Лубочная Россия. Россия, которая подобна разбитой новогодней игрушке. Осколки так сверкают, что вымести их рука не поднимается, но склеить расписную скорлупу уже невозможно. И все же этот мир не исчез, как не может исчезнуть догадка о нашей прошлой жизни и о жизни вечной. Это мир Божьего промысла, химер, тайных сил и скоморожьей философии, для которой только человеческая глупость была тайной. То, о чем помнит Лубок, из тех дремучих эпох, когда можно было жизнь переустроить не рабским трудом, а как бы по щучьему велению и большому собственному хотению. Когда ступа нужна была не для того, чтобы воду в ней толочь, а для магического и эротического, энергетического, как бы сказали сегодня, соединения с неведомым миром, во власти которого плодородие, сила нивы и плоть. В этой еще дохристианской дали у человека были свои заступники. Боги, духи, рыцари, витязи. Витязи, которые, кажется, навеки побеждали Змея Горыныча, были диковинные звери, чудные птицы и непременный вредитель, Баба Яга, которая тоже знала волшебную тайну и силу ступы. Ну, хорошо же. Посидишь в заперти, голубушка. Странный, но на удивление не страшный сон до исторической Руси. Впрочем, не сон, а знание. Знание, полученное через пуповину. Знание о высших и низших силах, которые могли, конечно, навредить, но которые и приструнить можно было. Во всяком случае, в горячечном бреду нашим забытым предкам не применились бы ужасы и мерзость, материализованные уже сегодняшним просвещенным сознанием. Смотри! Жалко зрелище себе представлять эти самые ужастики западные. Вот там, значит, все ума не приложат, чем бы, так сказать, какой пулей выстрелить, каким бы колом, значит, подействовать. Русский человек, так сказать, прекрасно знает, что нечистая сила, вообще всякое нечто, например, страшно боится матерной ругани. Или наготы. Вот даже этого достаточно. Не надо поднимать панику. Самая надежная защита от всякого мрака всегда прыгна. Вот. Я уж не говорю о том, что существуют десятки и сотни жестов, способов. В детстве помните этот жест? Вот этот жест о защите от нечистой силы. Вот этот жест тоже магический. Помните Гоголя, да? Гоголь ведь великолепный мифограф. Хотя он это передает в виде баек и забав, но все описано очень точно. И тут он поднес черту дулю под самый нос.
То есть, короче говоря, нечистые силы, ну, это такие, вот помните очарованного странника, да? И как он говорит, ну, при готовом харче занятости никакой, вот и балуются, бесенята. Дети, чисто дети. Вот такое у нас отношение к нечистой силе. Нечистые силы начинают резвиться с необычайными, значит, масштабами. Определим под бесовщиной совершенно определенные свойства, как то зависть, злоба, ненависть, ссоры, драки и прочие, так сказать, отрицательные свойства, то, во-первых, в русском языке эти свойства считаются порождением потусторонней нечистой силы. Во-вторых, если, так сказать, мы говорим об этом как о поведении самого человека, то есть не бес в нем порождает злобу, сам человек сделал выбор между добром и злом, и он пособничает бесу. Сам бесится, сам, ну, есть еще такое выражение, пошел чертить. Вот. Короче говоря, значит, и использование нечистой силы для порождения злоба, и превращение самого себя в низшее существо. Вот нечистая сила – это низший дух. Человек по сравнению с ним эволюционно выше, а опускается до вот таких состояний. Сама лезет к человеку. Как лезут комары, мухи, блошки, крысы, мыши и так далее. Вот олени, так сказать, и лани, там, и птицы божьи, они к человеку не лезут. Для того, чтобы вот так вот с рук оленя покормить, или лося, или там, с волком, так сказать, дружить, надо много сделать на языке этих существ. Поэтому духи, так сказать, среднего звена, и уж тем более боги, к человеку набиваться не станут.